любишь рекламу? Да. А что для тебя реклама? Ну, там смешно очень, красиво показывают рекламу. Какая вот твоя любимая реклама? Ну, там про всяких роботов, ну, про очень все такое. Про игрушки? Да. По каналу Disney? Да. Но больше всего люблю рекламу про Диснейленд. Я очень хочу туда поехать. Это там что-то снимают там. Вот как сейчас, да? Угу. Мы сейчас рекламой занимаемся. Да. Реклама это типа такой вот... Ну, это типа такой вот маленький мультик, который показывают по телевизору и рекламируют те вещи, которые скоро будут. Абсолютно правильно. Ни один научный руководитель такого правильного определения не давал, а ты уже дала, Юля. Свои... Сколько тебе лет? Мне 6,5 лет. 6,5 лет, дать точное определение рекламе. Молодец, поздравляю. Да, там показывают всякие, какие-нибудь там... Ну, для взрослых что-нибудь показывают. А для детей ничего не показывают, да? Ну, могут быть чуть-чуть. Чуть-чуть показывают? Угу. А, реклама. Да. Которая показывает про Барни, про Растишку, там, про все. Такие вещи, которые показывают по телевизору. Реклама – это такой вид телевидения, по которому снимают какие-то всякие штуки или какое-то кино в кинотеатрах. Андрюша, скажи, пожалуйста, ты знаешь, что такое связи с общественностью? Знаю. Это что? Связь – это где связываются один человек с другим. Ты знаешь, что такое связи с общественностью? Нет. А слышал когда-нибудь такое слово? Сочетание слов? Не слышал. Никогда? Как ты думаешь, что это такое? Ты знаешь, чем занимается этот человек? Нет. А как ты думаешь, он серьезный или веселый? Серьезный. Он строгий? Да. А он очень умный? Да. И очень вежливый? Да. И очень культурный? Да. И очень умеет работать с детьми? Да. И ты бы пошел в институт к такому человеку? Наверное. Чтобы он тебя учил? Да. У него есть знакомые пожарные, кстати. Хорошо, пойду. Пойдешь? Ее зовут Ирина Владимировна. Она серьезная? Да. Умная? Угу. Красивая? Угу. Строгая? Или справедливая? Справедливая. Правильно. Ну, это, наверное, кто-то похож на президента, но не президент Беларуси. И как ты думаешь, чему он учит? Он учит какой-нибудь языку иностранному. Он умный? Да. Красивый? Угу. Статный? Да. Как ты думаешь, он строгий? Не очень. Не очень? На картинке. Ну, он и в жизни не очень строгий. Ты бы пошла к нему учиться? Пошла. Я тебе не буду подсказывать. Ирина Владимировна. Правильно! Ее зовут Ирина Владимировна Сидорская. А кто это такая? Очень интересно стало. Она строгая? Картинки чуть-чуть радостная. Или грустная. Но чуть-чуть удивленная. А она строгая? Нет. Строгий? Ну нет. Только если ему какие-то вопросы невежливые сказать. Ты знаешь, что такое инфоком? Нет. Ни разу не слышал? Ни разу. Инфоком – это такая специальность в Институте журналистики БГУ. Реклама или пиар? Реклама. Журфак или ФФСН? ФФСН. Журфак или ФФСН? Я думаю, что журфак. Инфоком или печатка? Печатка. Инфоком или печатка? Инфоком. Реклама или пиар? Пиар. Хорошо. Журфак или ФФСН? ФФСН. Журфак или ФФСН? ФФСН. Журфак или ФФСН? Журфак. Я люблю инфоком.
Делайте правильный выбор, поступайте на инфоком. Поступай на инфоком. Поступайте на инфоком. Бывает каша с комочками, да? Или ты любишь комочки? Я люблю комочки. А, ну тогда жаловаться не надо, да? Кормит хорошо? Он меня вообще не кормит. Я с ложки имею в виду. А ты знаешь, что такое связи с общественностью? Нет. А, ну так, на скидку. Ты можешь предположить, что это такое? Ну да. Что? Ну скидка это... Кушать люблю. И я повелитель кушать. Я все съедаю всегда. А почему ты все съедаешь? Ну, хочу быть спецназом. Очень сильно. Я слышал, что ты пробегал по коридору и кричал, я... Кто? Здоровяком. Здоровяком? Да, здоровякой. Это есть такой вид в садике такого спорта. Я хожу на нее. А по правде, я знаю, что меня зовут Влад, и еще моя фамилия знаю. Какая? Бовбель.